И всем привет, дорогие друзья, с вами я, Гамбл Лотусон и Кузином 98. Всем привет. Короче, вы писали комментарии, типа, поиграй какой-нибудь FNAF из этих приложений, а я нашел вот такие вот. Только тут не погружаю. О, вот. Погрузились только некоторые. Ну давайте будем по стандартному. Я буду либо вот таким стандартным бойфрендом. Или даже не знаю каким. Летающим. Ну ладно, я буду с обычным бойфрендом. Итак, топором зайдет. Чело с топором. Возьми чело с топором. Ладно. И в локациях выбери, короче, койки. Кроватные. Точнее эти грабы. Да то, это не грабы. Я увидел в видео там в одном моде, где там начал с топором, сейчас найду эти грабы. Ну по-моему то койки, не грабы, ну ладно. Вот они. Потому что это было секретная, блин, песня. Итак. Он оказался секретным. Что такое? Вот это поворот. Сейчас добавлю много звука для того, чтобы нормально было. Будем, как всегда, обычную песню спевать, петь. Итак, я молчу, вы слушаете. 3, 2, 1, go! Кстати, кто помнит мою старую, точнее, когда я еще снимал Микки Мауса того в демо, добавили третью песню, только я только две песни прошел, а третью вы не слышали, поэтому либо вы
Либо давайте попробуем лекцию послушать, либо опять все заново попробуем. Давай третью песню. Давай, сейчас я возьму HD, точнее ремейк Микки Мауса. И жду. Что за Майкл Джексон балабей? Нута какая-то. Нута вот здесь, видите? Нута фигута. А тут? Да, тут. Сейчас. Маус, это... Последние песни вы не ну вы слышали только не для меня, поэтому вот так вот. Обычный Микки Маус или Мейк? Да. 3, 2, 1, go! Как-то так получилось. Так, и кто хочет Амогуса зеленую песню, есть вот этот, сейчас это экстра, это не то. Есть летающий бойфренд. Сейчас я вам покажу. Вот такой, вот так. А, это дух, вот настоящий бойфренд летает. Только там калты нету. Попробуем. Не знаю, какую карту, поэтому я выберу... Зачем? Пускай такую. Потому что тут-то нету падения, к моему сожалению. Зеленого чела тоже добавили, того монстра. Как всегда. А кстати, если вы хотите, чтобы я еще снял русский ФНФ, где там обновилась, она там, Лос-Анса, поэтому можете поставить комменты. Написать еще. Ну ладно, я молчу. Значит, 3, 2, 1. Thank you.
Обычный боф кофе, вы хотите, да? Стандартный. Наш любимый с вами маленький мальчик. Вот он. Просили, вот он. Самый настоящий. Я тебе поменяю сейчас фон какой-нибудь. Либо чики, либо тлики. Чё-то лужа всё быстрее, а. Давайте я возьму чики. Сейчас найду чики. Вот он, его дом. Ну, будет Хэнк. Сейчас. Кстати, в Хэнке песни надо просто, ну, не спамить, а несколько. Да куча вы поняли. 3, 2, 1. Отходит, а анимация идет. Просто там музыка отошла, анимация идет, потому что был маленький баг с этим. Просто у меня глюк был один. Какой? Не знаю. Немного подвисания, а музыка идет назад. Ну, есть такое, да. Иногда. Но то если скорость будет маленькая, то да. Уйти. Можешь, конечно же, поменять фон на баллистику, но ну ладно. Пускай чики будет. У меня, кстати, тоже чики. 3, 2, 1. Thank you.
Я не холодный. Да. Не. Вот так вот как-то. Как по моему сожалению, тут нету большого тлики демона того. Ну ладно. Просто еще хотели, чтобы я еще скачал мод на слике, но нет, идите отсюда, я не такой профессионал. Сейчас перед экспериментатором. 3, 2, 1, go! Thank you.
Вот так вот. Я думаю, уже пора заканчивать. Ну да. Короче. Ребята, если вам какой-то понравился мод, где я там некоторые моды прохожу, пожалуйста, ставьте лайки, если хотите продолжение про эту кушку. Напишите комментарий. Ну, я буду с вами прощаться. Всем удачи. С вами был Гамма Лотусон. И всем пока.